После сотен миллионов лет эволюции наш мир оказался наполнен множеством разных видов животных, каждый из которых приспособился лишь для одной задачи – выживания. Но планетой овладел человек, которому понадобились считанные века, чтобы разрушить гармонию фауны Земли. С помощью генной инженерии и искусственной селекции человек начал воплощать в живых существах свои причудливые и невероятные фантазии. От светящихся свиней до котов-оборотней. С вами Топ Хайп, и сегодня вы увидите жутких животных, которых вывели сами люди. Ну и перед началом выпуска я напомню вам, что вы можете подписаться на канал, чтобы не пропустить новое ядерное видео уже завтра, ну а теперь погнали. Светящиеся свиньи. Новая технологическая фишка генной инженерии – светящиеся животные. Надо сказать, что добавление в ДНК гена флуоресцентного белка продиктовано научными задачами, а вовсе не рекламой, эстетикой или бизнес-стратегией. Если говорить просто, светящийся ген позволяет сделать тайное явным. В медицинских и биохимических исследованиях стало легче отслеживать процессы и состояние подсвеченных клеток или веществ. Зеленый флуоресцентный белок позволил ученым пронаблюдать многие скрытые процессы и структуры, например, рост и характер связи нейронов, а также распространение раковых клеток в организмах лабораторных животных. Так, китайскими учеными были созданы первые в мире свиньи со светящейся кожей, излучающие флуоресцентное зеленое свечение. Это трансгендерное экспериментальное животное ничем не отличается от обыкновенной молодой свиньи. Эффект флуоресцентного света был получен при введении учеными в ДНК свиньи крови медузы на этапе эмбрионального развития. Главной целью ученых-экспертов является создание недорогого и высокоэффективного препарата для противоборства всем существующим в мире заболеваниям системы крови. Кошки-оборотни. В 2010 году в американском штате Теннесси была зарегистрирована необычная на вид порода кошек ликой. Почти лысая угловатая мордочка, уши, лапы, хвост тоже мало покрыты шерстью и плюс ко всему глаза желтые. Все это делает их похожими на оборотня. Причиной появления такой необычной породы стала мутация ДНК домашней короткошерстной кошки. Говорят, что выведением ликоев никто специально не занимался. Первая пара котят родилась у обычной домашней кошки, хозяевами которой являются Джонни и Бритни Гобл. Любопытство ради, они скрестили между собой котят-мутантов и снова получили маленьких оборотней. Правда, по другой версии, гоблы скрещивали свою домашнюю кошку со сфинксами, чтобы получить вот таких вот облезлых котиков. Чему верить пока не ясно, ведь официальной общепринятой версии пока что нет. Любопытно, что ученые-дерматологи пытались найти причину облысения, но никаких аномалий или наличия болезни не нашли. Что касается характера, то повадки ликоев больше напоминают собак, чем котов. Ликои очень подвижны, любят бегать и являются превосходными охотниками. Они бросаются на чужаков, недоверчиво относясь к незнакомцам, но довольно быстро смягчаются. А вот из недостатков у кошек-оборотней можно отметить очень сильную и почти постоянную линьку. Волосатые фолликулы у ликоев очень неустойчивы, порой их шерсть полностью выпадает, оставляя кошек совершенно лысыми. Джонни Гобл, хозяин первого ликоя, заявил, что на котов-оборотней уже появился огромный спрос. Удивительно, но желающих завести себе необычное, страшноватое животное тысячи. Поэтому, по его словам, селекционеры приложат все усилия, чтобы эти кошки стали такими же популярными и доступными, как сфинксы или британцы. Африканизированная пчела-убийца. Пчелы-убийцы были созданы в попытке вывести одомашненных и более управляемых пчел, которые приносили бы больше меда, чем их обычные сородичи. Это было сделано посредством скрещивания европейской медоносной пчелы и африканской пчелы. Но судьба распорядилась иначе. Новый вид пчел получился более агрессивным и более жизнеспособным. В 1957 году эти смертоносные пчелы были по ошибке выпущены на волю. С тех пор было зафиксировано несколько фатальных случаев нападения этих насекомых. Сейчас африканизированные пчелы распространились по всей территории Южной, Центральной и Северной Америки. Светящиеся рыбки. Не обошли подобные эксперименты и рыбок. Всемирно известные светящиеся рыбы Glowfish изначально служили исключительно научным целям. В США из светящихся рыбок пытались создать живых индикаторов загрязнения. При наличии в воде токсических веществ рыбы должны были изменять окраску. Правда, делали это они крайне неоперативно. В итоге американцы выкупили трансгенную технологию у доктора Гуна. Однако попытка вывести на пищевой рынок геномодифицированного атлантического лосося успехом не увенчалась. Власти не дали на это своего разрешения. А вот декоративные светящиеся рыбки Glowfish с внедренными генами белка всех цветов радуги стали крупным бизнес-успехом.
К слову, на одних рыбках предпринимательский энтузиазм не остановился. В США в некоторых японских ресторанах можно попробовать светящиеся суши из тех самых Glowfish. Дамасские козы. Конечно, судить по внешности нехорошо, но в данном случае удержаться невозможно. Дамасские козы были выведены на Ближнем Востоке и сейчас обитают на территории Ливана, Сирии и Кипра. Жители Европы и Америки узнали о них относительно недавно, когда некий египтянин разместил в Фейсбуке фотографию типичной дамасской козы. Изначально эту породу коз выводили для получения большого количества молока, и план удался. Дамасские козы действительно дают больше молока. Кроме того, по размеру они гораздо крупнее своих сородичей. Сейчас эта редкая порода стала чрезвычайно ценной, и по словам специалистов, стоимость одной такой козы может достигать 67 тысяч долларов. Что касается их внешности, то взрослую особь дамасской козы легко узнать. Она выглядит, будто бежала на огромной скорости и, не успев затормозить, врезалась в стену. Заметьте, именно взрослую, потому что на удивление рождаются дамасские козы очень миленькими, с обычной вытянутой козьей мордой, чтобы им легче было припадать к материнской груди. Также рождаются они с чудесными длинными ушками, которые, согласно стандартам породы, принято обрезать. То есть в случае с дамасской козой мы наблюдаем явление «гадкий утенок наоборот». Впрочем, вряд ли дамасские козы переживают за свои внешности, но только подумайте, до каких крайностей может дойти генетика в погоне за лучшей жизнью. Золотая рыбка, водяные глазки. Такая необычная золотая рыбка с огромными пузырями под глазами в природе нигде не встречается, потому что это очередной результат человеческого творчества. Эти рыбы, обладающие яйцевидной формой тела, могут иметь разнообразную окраску от серебристой до коричневой. Все плавники у них парные, кроме спинного, который вовсе отсутствует. Отличительной чертой этих необычных созданий являются выпуклые глаза, которые висят по обе стороны головы. Эта золотая рыбка очень популярна среди аквариумистов-любителей. Рыбка имеет очень нежные пузыревидные глазные мешки, что требует очень большой осторожности и внимания при оформлении аквариума. Категорически недопустимо размещение в аквариуме среди камней и коряк, а также каких-либо агрессивных животных. Ведь если такой пузырь разорвется, маловероятно, что пострадавшая рыбка сможет выжить. Селекционные породы собак. Век так называемых селекционных улучшений чистых пород превратил некогда здоровых собак в деформированных животных. Бытует мнение, что чистокровные выведенные собаки обладают особыми качествами и в целом выглядят красивее. Но если сравнивать фотографии собак сейчас и то, как выглядели представители этих же пород в начале 20 века, становится очевидно, что вековая селекционная работа по улучшению пород весьма пагубно отразилась на внешнем виде и здоровье породистых собак. Приведем лишь несколько примеров. Обратите внимание, что изначально бультерьер был красивой спортивной собакой, а новая форма черепа не только не украсила пса, но и привела к появлению проблем с зубами и прогрессирующей глухоте. Кроме того, у этой собаки врожденный выбих локтя, и она часто страдает от солнечных ожогов. Вот еще одна жертва научных экспериментов – английский бульдог, звезда страховочных рекламных постеров времен Черчилля, благодаря селекции превратился в настоящего монстра. Сегодня представители этой породы относятся к одним из самых болезненных видов собак. Фактически нет такого понятия, как здоровый бульдог. Дисплазия тазобедренного сустава, врожденный вывих локтя, гипоплазия трахеи, дерматит кожных складок, брахицефальный синдром, энтропион и многое другое. Средняя продолжительность жизни английского бульдога составляет всего лишь 8-10 лет. Карликовая домашняя свинья. Карликовая домашняя свинья или мини-пиг получила известность не только как лабораторное животное, на котором можно удобно проводить испытания, но также стала весьма популярным домашним питомцем. Увы, многие из тех, кто покупал себе симпатичного поросенка, со временем разочаровывались в своем приобретении. К примеру, в 2015-м оказалось, что брошенные, лишившиеся хозяев мини-пиги буквально наводнили США. А все потому, что свинья, даже карликовая по своей природе, является на редкость прожорливым существом. И многие просто не смогли обеспечить их достаточным количеством пищи, чтобы животное оставалось здоровым. В результате голодные свиньи вели образ жизни мусорщиков, отъедаясь до больших размеров за счет пищевых отходов. Горбатая канарейка. В 1951-м на выставке в Брюсселе итальянские селекционеры певчих птиц познакомили мир с новой породой канарейки – Гибер италикус.
Работы над созданием животного с явно болезненной внешностью велись в Италии еще с 1920-х годов. Несмотря на жалкий вид, дефицит опарения и скрюченную фигуру в виде цифры 7, птичка оказалась вполне жизнеспособной и стала популярной. Эти итальянские канарейки с внешностью недоношенных гарпиями динозавров являются результатом скрещивания горбатых и курчавых канареек. Ну а в комменты напишите, какое из этих странных животных вы хотели бы иметь в качестве домашнего животного. А также, если вам было интересно, со всей силы ставьте лайк, подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, чтобы не пропустить все самое ядерное уже завтра. Спасибо за просмотр, а также заценивайте предыдущие выпуски.